Всем привет! Получил я сегодня с Китая посылку. Заказывал леску плетенку восьмижильную. Стоила она $8, около 8, или то 8 с копейками. Китайцы оценили в 4 для таможни. Это хорошо. По весу Китае поставили 100 грамм, а здесь 0,067. Непонятные цифры какие-то, наверное, у нас уже дописали. Сейчас будем вскрывать посылочку. Запечатали они в коробку картонную все это дело. Обычно приходило обычно мне все в конвертах, а это в коробочке. Сейчас скроем ее. Вот, вскрыл я коробку. Вот наша катушка с леской. 300 метров на 8 жил. Толщина 1,0. Зеленая леска. Такая вот. Max Power. Japan. Поставим ее на легкий спиннинг, тоненькую леску. Это я покупал специально для джига тонкую леску, чтобы нормально чувствовать поклевки. Такая вот у нас наклейка отвалилась. Вот катушечка. Сейчас посмотрим саму леску. Вот у нас катушка сломана. Сразу не заметил. Все-таки где-то коробку приломали. Отломалась у нас катушка. Наверное, ее приклею суперклеем. А может и нет, чтобы не попало на леску. То, что слипнется вся. Думаю, намотаем. И со сломанной. Так. Конечно, леска очень тоненькая. Хотел проверить, 8 жил, не 8. Ну, сплетенная качественно, хорошо. Такая вот сама жила. На вид леска сама жила вроде качественная. Довольно такая плотная сама по себе и крепкая. Пробовал на разрыв, так сильная леска. Обычно когда по качеству не очень, она такая рыхлая, а это хорошая леска. Ну, будем ловить рыбу, покажет, что к чему. Ссылку на покупку я оставлю снизу под видео, в каком магазине покупал. Вроде
По качеству такая ничего. Единственное, вот что катушка поломалась. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Удачи. До свидания.